начала первого тайма обе команды стали использовать агрессивные тактики. Активно использовали фланги и старались быстро проходить центр поля. Первый опасный момент случился уже на 16-й минуте. Полузащитник «Нефтехимика» Давид Хубаев едва не забил мяч со штрафного, но голкипер Евгений Гошев отбил удар. На 45-й минуте Владимир Обухов из футбольного клуба «Оренбург» забил первый гол. Но во втором тайме «Нефтехимик» отыгрался и сумел дожать оренбуржцев. Матч закончился со счетом 2-1 в пользу хозяев поля. Было много потерь, легких потерь, можно сказать, тоже. И мы не могли отдать такую ту свою игру, отдать соперника под большее давление, либо защиту соперника под большее давление. Поэтому надо принимать результат. Понятно, это тяжело принимаешь, когда соперник забивает там на 93-й, либо 94-й минуте, не знаю, там под конец. Але это футбол, это надо уметь принимать. Следующий матч с участием ФК «Оренбург» вновь пройдет в гостях. 12 марта в рамках 27-го тура первенства футбольной национальной лиги наши спортсмены сыграют с волгоградским «Ротором».